Всем привет! Сейчас я покажу, как сделать оригинальные подстаканники из эпоксидки и разных пород дерева. Правда, из каких именно пород дерева, я не знаю. Если вы знаете, вы можете написать в комментариях. Всем приятного просмотра! Так, значит, что тут у нас есть? А, это корень. Не знаю, можно, в принципе, отсюда вырезать. Так, это слишком большое. Это кусок корня тоже большой очень. Нет. Что это? Нет, какие-то ошметки тут непонятные. Нет. Блин, там у меня еще есть. В общем, что, я все равно буду сейчас искать, поэтому найду и потом сниму. Так, значит, я нашел деревяшек. Вот такой вот с красноватым оттенком. Я не знаю, что это за дерево, где-то в лесу нашел. Сложнее пилиться. На блины напилил, теперь шлифую и делаю формы из гофрокартона. Замешиваю эпоксидку и заливаю. Thank you.
маслом и готово. Такие необычные и интересные подстаканники получились. Единственное, один подстаканник уронили и уголок отломался. Как обычно, что-то идет не по плану. Всем спасибо за просмотр, всем пока!